На Харківщині активісти зняли на відео, як інспектор патрульної поліції вимагає хабар від водія за начебто алкогольне сп'яніння. 10 тисяч гривень требували патрульної у водителя. У 8 тисяч гривень оцінили правоохоронці під Чугуєвом можливість керування автівкою у нетверезому стані і відпустили начебто правопорушника. Ціна питання – 8 тисяч гривень. Патрульний розказав, що ділиться грошима зі своїм керівництвом. Но водитель оказався підставним. Активіст із Дніпра, який виїхав у Харківську область для зйомки соціального експерименту. Активісти кажуть, це був соціальний експеримент. Понедельник, около 7 утра. Самое жаркое время на дороге. Водители торопятся на работу после разгульных выходных и попадают на инспектора. Достаточно проговориться, что выпил накануне пива. Ничего не порушив, документы в норме, та полицейский не сдается. Пропонує тест на алкоголь. И как часто бывает в таких ситуациях, без понятых. Дуйте сильно, как воздушный шар. Сильнее, пожалуйста. Процедура освидетельствования человека на драгере подразумевает такие вещи, как понятых, контрольный забор воздуха прибором драгер. Также водитель сам, как правило, распечатывает муштук. Здесь же все это отсутствовало. Если ты хочешь решить вопрос, меньше чем за 8 тысяч ты с места не увидишь. Объясню почему, чтобы ты просто понимал. 6 я даю, чтобы меня не за прибор, почему они составил материал. 2, не буду скрывать, мы забираем с напарником пополам. Ну, не за спасибо выходим. Уся готівка, яка була у водія, перейшла прямісінько до гаманця правоохоронця. Водій тільки попросив залишити йому 100 гривень на пальне. Все. Все, спасибо. Активіст віддав все, що мав. 100 гривень патрульний дав йому на пальне. Все, як до реформи, кажуть небайдужі. Та коли коп зрозумів, що все зафіксовано на відео, втік на авто, лишивши навіть свого напарника. Второй остановив проїжджаючу машину. Пенсіонера на «Жигулях». Поїхав, пригнув діду машину і змився. Хто вчив, сказав? Да. Давайте рот, да. Я поїхав, да. Потім остановився. Да. І вийшов в лісу, да? Там не... Ну, в посадці, де він вийшов? Ну, де-то посадка. После этого мы поехали уже в районное отделение полиции, все вместе написали заявление, ознакомили отделение полиции с видео, которое нам удалось зафиксировать. К сожалению, к нам не вышел начальник Чугуевского районного отделения полиции, поэтому не было возможности с ним пообщаться, услышать от него комментарии. Также этих полицейских не удалось найти, они скрылись, отключили мобильные телефоны. В полиции начали служебное расследование. Досудове розслідування почала и прокуратура. Будет проверена информация щодо вимагання грошей керівниками цих полицейских. Кирилл Борисовна, расскажите, пожалуйста, что на данный момент известно по поводу этой истории с полицейскими? Так, сьогодні до нас потрапило відео, яке було оприлюднено в мережі інтернет, стосовно того, що два співробітники поліції скоїли правопорушення, тобто вимагали хабар у певних людей. Як вже встановлено на сьогоднішній день, подія трапилася 31 липня. Люди, які присутні на відео, написали заяву до Чугуївського відділу поліції. Ці заяви належним чином оформлені із супроводжувальним листом. Всі ці матеріали доправлені до Чугуївської місцевої прокуратури за підслідністю. Як ви знаєте, що правопорушення, які скоюють поліцейські, розглядають в прокуратурі. Сьогодні наказом начальника головного управління Національної поліції в Харківській області призначене судове розслідування. За законом воно може тривати 30 днів. Ну, якщо вдасться це зробити, рішення по цьому службовому розслідуванню буде раніше. І знову ж таки, матеріали службового розслідування будуть передані на розгляд прокуратури для прийняття процесуального рішення в рамках діючого законодавства. А чи відомо, скільки службовців будуть перевіряти, оскільки там на відео самі ці поліцейські, які сиділи в машині, вони кажуть, що цього хабара просять і для себе, і ще для якихось начальників? Поки що перевірятимуть за фактом, скільки осіб випливе, ну всі, ніхто не залишиться покараним, якщо їх провину буде доведено. Безумовно, тут позиція однозначна. А що з ними зараз, де вони? Вони
Ні, їх поки що не звільнили, тому що, я знову ж таки підкреслюю, звільнити їх можуть після того, як буде доведено їх провину. Зараз вони відсторонені від несення служби і триває службова перевірка. Це 30 днів є на це? Ну, що так, 30 днів згідно з діючим законодавством. Ну, і особи встановлені, як довго вони там працюють? Я не встигла отримати довідку з кадрів. Ну, вони працюють вже декілька часів. Вони атестовані, так, на загальних засадах вони проходили атестацію, як і весь особовий склад поліцейських. Чугуївський міський відділ поліції, так? Ну, матеріали надійшли з Чугуївського відділу поліції. А звання їх? Ну, я ж кажу, я ще не отримала. Я можу вам написати, коли мені кадри піднесуть, зараз ще у мене немає. Самый главный вопрос, который интересует всех зрителей моего канала после просмотра этого видео с инспекторами полиции, как же все-таки обезопасить себя и как не стать жертвой подобных полицейских на дороге и не оказаться пьяным, будучи абсолютно трезвым. Давайте вернемся к той ситуации, которая была еще раз. Это был эксперимент. Мы специально поехали в город Чугуев с раннего утра для того, чтобы зафиксировать то, что творится на этом участке дороги. Мы не рассчитывали абсолютно снять подобные видео, где водителя сделают пьяным. Рассчитывали снять нечто другое, и мы это еще снимем, я вам покажу. Может быть, не в Чугуеве, где-нибудь в другом месте. Значит, то, что произошло, происходит повсеместно. Большое количество писем пришло мне после этого видео от людей, которые были точно так же облапошены этими же инспекторами. Люди написали мне, что эти же субъекты разводили их и на 5000, и на 7, кого на сколько. Некоторые люди готовы даже написать показания по этому поводу, очень обрадовали, что данные полицейские попались. Значит, как же так произошло, что инспектора полиции сделали из абсолютно трезвого человека пьяного? Значит, те, кто писали в комментариях, что инспектора полиции поступили по-людски, а вы вот с ними так, сразу хочу сказать, что у вас абсолютно неадекватная реальность, вы живете в другом мире. Это ненормально, когда инспектора полиции отпускают пьяного под любым предлогом, за деньги, из жалости, неважно. Сотрудник полиции, все должны понимать, служит именно для того, чтобы выявлять подобные случаи, наказывать водителей, если они находятся в состоянии алкогольного опьянения. В данном конкретном случае, естественно, никто из нас не был выпивший, никто из нас не пил. Разыгрывалась ситуация по сценарию такому, который предложил инспектор. Инспектор спросил по поводу, пил ли водитель или нет. Водитель сказал, что он пил бутылку пива вчера. Все реально из нас понимают, что бутылка пива ничего не дает, даже если бы он ее пил. Но это был такой небольшой ключик, который дает инспектору дальше разводить водителя. И все пошло так, как инспектор себе наметил, просто мы это все зафиксировали. Значит, что делают инспектора? Они не полагаются на случай, что вы вчера выпили сколько-нибудь алкоголя, сколько это может показать сегодня прибор. Нет, абсолютно нет. Если вы вчера выпили бутылку, две пива, то, скорее всего, на утро это абсолютно никакой прибор не покажет. Но вы подсознательно, если боитесь полицию, будете переживать, что я вчера выпил бутылку пива, а вдруг оно покажет. Инспектора вообще, они не размениваются на это, им некогда ждать. Они делают так, чтобы прибор это показал. Есть масса вариантов, как это можно сделать. Некоторые из инспекторов действительно берут муштуки, капают туда шприцом или чем-нибудь еще, прокалывают герметический пакетик и капают туда немножечко спирта, алкоголя, прибор показывает. То есть там главное не переборщить, потому что показания будут зашкаливать. Их задача показать чуть-чуть превышение минимума, которым можно управлять автотранспортным средством. То есть чуть-чуть, чтобы вы понимали, что вы вчера чуть-чуть превысили дозу, и все, и как бы, и что нам надо делать? Права, блин, вроде не бухало, сейчас права заберут, то есть им важно нагнать на вас страха. В конкретно этом случае был использован прибор Драгер. Возможно, муштук даже был абсолютно нормальный, то есть абсолютно новый, хотя открывал его инспектор своими зубами, это вообще, я такого не видел. Говорить о процедуре, что она была нарушена, я это говорил в интервью, и вам еще раз напомню, процедура не производится таким образом, как сделал инспектор, она не производится в такой интимной обстановке один на один в машине. Как правило, должны присутствовать понятые, и вообще, это не так должно происходить, должен быть, да, действительно контрольный забор воздуха, то есть берется прибор Драгер, вставляется туда муштук, делается контрольный забор воздуха, показывается водителю нули на приборе, что вот смотрите, все в порядке, прибор готов. Дальше вы дуете до характерного щелчка. Именно этот прибор, который у инспектора в руках, именно он имеет такой характерный щелчок, назовем щелчок, его неважно, должен быть произойти писк. То есть после того, как вы дуете
дуете до сигнала этого прибора, что уже достаточно дуть, и после этого вам на экране, внимание, на экране, вам показывают содержание алкоголя, есть ли оно у вас или нет. Посмотрите внимательно еще раз, как это было в этом видео. Я набираете полные легкие воздуха, как воздушный шарик, чтобы весь воздух шел в прибор. Три нолика губами обжимаете, не стесняясь, дуете сильно, как воздушный шар. Сильнее, пожалуйста. Хватит. Сам харьковский? Нет. Откуда? Из Днепра. А едешь? Когда в Чугуев ездили, там другу машину отдавали ремонтировать. Мы проехали. А сейчас куда едешь? Ну, машину забрать, найти не можешь никуда. Ты мне скажи, рядом сидящий тоже вчера пил? Да, по пиву там дали, я не знаю. Ну, твое пиво 0,27 промилле. В течение 72 часов, то, что запрещено законодательством, ты употреблял спиртные напитки, у тебя превышение на 0,07. То, что я тебе говорил по поводу 20 промилле. Показанный к приладу 0,20 означает на явность алкоголя в крови 0,20 промилле. Теперь, когда вы увидели, что ничего из того, что я объяснил, не произошло, что же все-таки сделал инспектор? Инспектор очень ловкий манипулятор. Он взял этот прибор, вырвал изо рта у водителя и тут же приложил его, прибор беспроводной, тут же приложил его к принтеру для того, чтобы распечатать показания, которые прибор показал якобы. То есть на экране, естественно, он ничего водителю не показал, потому что там ничего не могло быть, потому что проверка до конца не была проведена, прибор не клацнул. Он выбрал из памяти предыдущие, этот прибор сохраняет предыдущие результаты, которые были проведены. Тут же из памяти нажал кнопки и тут же распечатал предыдущий какой-то там положительный результат, который был у него в этом приборе. Распечатал этот чек, естественно, человек, который сидит рядом, если лопух, он позволил сделать все те манипуляции, которые происходили до этого, то есть сесть в машину без всякого забора воздуха, без понятых, начать продувку, значит, он уже лопух, ему дальше можно вешать все, что угодно, и он уже все, он уже потерял бдительность, он уже будет доверять инспектору, все, он достал чек, на чеке был написан результат непонятно какого времени, непонятно какого результата, вот он ему показал, вот смотри, то есть он ему даже не показал, какого числа это было сделано, этот тест, то есть просто рассчитано на то, что водитель растеряется и не будет ничего смотреть. Дальше по накатанной схеме, дальше вы все видели, как себя от этого обезопасить. Ну, перво-наперво, что я вам советовал всегда и говорил об этом много раз уже на видео, и не только я. Первое, если вас остановили, никогда не выходите из автомобиля. Вы вышли из машины, с правами побежали к водителю, то, что сделал в данном случае Ян, это говорит о том, что вы подсознательно, ну, будем говорить так, терпило, вы уже побежали к инспектору, вы уже боитесь. То есть он это чувствует, вы должны понимать и видеть, что инспектор, который проработал много лет в ГАИ, теперь в полиции, он психолог. Не только этот, а их большинство. То есть они психологию водителя очень хорошо знают. Вы к нему прибежали с документами. Теперь послушайте внимательно, за что был остановлен водитель. Ян спрашивает его, я что-то нарушил? Я просто вот наслаждаюсь этим моментом, когда инспектор с таким сожалением говорит, да что здесь можно нарушить? То есть на этом участке дороги, на котором они стоят по три патруля, действительно нарушить очень трудно. Это надо, я не знаю, там приборов скоростного режима у них нету. То есть там надо либо обогнать по сплошной, либо я не знаю, что надо сделать. Тем не менее, остановка была беспричинная, тут же его понюхали, якобы он пил бутылочку пива и дальше по накатанной, как я уже говорил. Не выходите из машины, это первое. Второе, никогда не передавайте документы в руки, миллион раз было об этом сказано. Вы имеете на это полное право. Не надо документы инспектору полиции вот так показывать и прятать, не надо этого делать. Нормально достаньте в руки, покажите, подержите столько, сколько надо, переверните, но в руки никогда не отдавайте. Когда вы отдали документы в руки, вы уже заложник. Третий, самый главный фактор, всегда старайтесь вести видеосъемку, тем более, если вы один в автомобиле, если вы с кем-то еще, не стесняйтесь попросить, чтобы со стороны вели видеосъемку. Не надо тыкать в лицо инспектору камеру либо телефоном, это не имеет абсолютно никакого смысла. Просто поставьте на торпеду спокойно телефон. Хотите, можете предупредить инспектора полиции о том, что ведется съемка. Хотите, можете не предупреждать. Главное, чтобы она у вас была. Было желательно на все время общения с инспектором полиции. Если это проверка, продувка на приборе драгер, ничего страшного. Вы можете не выходить из машины, продуваться на драгере, вам его принесут без проблем, в машине подадут. Вы в этом нет ничего такого, ничего нету зазорного. Не надо переживать, что вы разозлите этим инспектором.
инспектором полиции. Ведите себя вежливо, ведите себя спокойно, находитесь в своем автомобиле. Это вас максимально обезопасит от развода. Инспектор, когда видит, что вы не терпила, что вы не выбежали из машины, что вы не отдаете документы, он понимает, что с вами каши не сваришь. Он понимает, что вам не прицепишь сейчас алкогольное опьянение либо какое другое правонарушение, учитывая, что у вас еще и фото-видеофиксация ведется. Поэтому не используйте все эти действия для того, чтобы избежать ответственности. Нет, если вы нарушили, нормальный инспектор полиции на все эти моменты не будет обращать внимания и все равно составит постановление, это абсолютно будет правомерно. Вот эти же разводилы, которых я вам показал, для них это чеснок, как для вампиров. То есть они не будут с вами связываться. Если вы не выходите с машины, если вы не отдаете документы, если вы ведете видеосъемку, вы для них не жертва. Все, им уже не интересно. Вы посмотрите, сколько здесь инспектор перестраховывался и переспрашивал разных наводящих вопросов. Во-первых, он сбивал водителя с толку, чтобы тот не мог сообразить, что происходит, правильно ли проходит проверка, неправильно. Ну и плюс ко всему, он выявлял какие-то свои моменты, чтобы понять, кто перед ним. Можно с этого человека брать деньги или нельзя. В итоге его чутье многолетнее его подвело, и все-таки он попался. Но не рассчитывайте на то, что вы сможете повторить то же самое, не будучи подготовленным. Для этого надо тоже иметь понимание того, как происходит процедура развода. И, в принципе, какое-то время общаться с полицией, чтобы понимать их психологию, как они мысленно. То есть я не рассказываю механизм, как уйти от ответственности. Я вам рассказываю механизм, как не стать жертвой подобных инспекторов полиции разводил. Значит, если все же эти оборотни пошли на принцип, допустим, там, и все равно сделали так, что прибор показал, что вы пьяны, показал какое-то наличие алкоголя в крови, ничего страшного. Если вы уверены в том, что вы не пили, что вы абсолютно трезвый, что это развод, не стесняйтесь, не переживайте, берите это постановление, ни в коем случае не отказывайтесь от составления административных материалов. Дождитесь, пока инспектор составит на вас админматериалы. Это будет не постановление, это будет протокол, потому что по статье 130 выносится протокол, который рассматривает суд. Обязательно, всегда берите копию, распишитесь за копию. То есть очень многие делают много ошибок, присылают мне на почту: а вот вчера инспектор меня остановил, я показал ему документы, он потом что-то на меня составил, я не подписал и все, я уехал. Кому вы сделали лучше? Вы не подписали, у вас нет копии, вы не можете оспорить, не можете пойти в суд. На вас выписали постановление либо протокол, он попал в суд, суд признал вас виновным, потом в двукратном размере вы получите штраф с исполнительной службы, как следствие арест имущества, автомобиля, либо еще что-то. Всегда старайтесь брать те документы, которые вам дает инспектор, чтобы у вас было наличие подтверждения того, что и за что на вас составили, чтобы всегда это можно было оспорить. Значит, составил он на вас постановление, протокол по 130. Берете копию этого протокола, обязательно, чтобы она у вас была. У вас есть 2 часа с момента составления этого протокола. Время в протоколе фиксируется. Вы можете поехать в любое медучреждение, где можете пройти альтернативную проверку на алкоголь. Будь то сдача крови, либо, опять же, какими-либо другими способами, там, сдать мочу, кровь, не знаю, там, масса вариантов вам могут предложить. В любом медицинском учреждении в течение 2 часов проводите альтернативную экспертизу. Получаете высновок, результат того, что вы трезвы. После этого абсолютно вы больше не переживаете ни о чем. Вы спокойно в интернете гуглите оспоривание 130 статьи. Есть типовые оскаржения по 130, редактируйте их под себя, вам не надо даже для этого адвоката, то есть достаточно просто внимательно прочесть, написать обстоятельства дела, был остановлен таким-то, в такое-то время, был обвинен по статье 130 в нахождении в состоянии алкогольного опьянения, прошел альтернативную экспертизу, все это дело прикладываете, свою альтернативную экспертизу прикладываете к оскаржению в суд, отправляете по месту или скойня, или жительства в суд, не имеет значения, и ждете приглашения в суд. После этого суд обязательно станет на вашу сторону, потому что экспертиза будет проведена в установленное законом время, в эти 2 часа. Это очень нехорошо, когда вы так делаете для инспектора полиции, потому что фальсификация по 130 статье – это очень серьезная ответственность. То есть после этого можно писать уже жалобы в полицию по поводу того, что на вас фальсифицировали постановление, показания Драгера и прочее. Никто с этим, как правило, связываться не будет. Здесь развод рассчитан на то, что вы невнимательны, что вы пугливы, что вы, как правило, испытываете трепет перед общением с инспектором полиции. На это и есть расчет. То есть инспектор полиции смотрит на вас, он понимает, что вы, возможно, вчера пили, и вы это знаете, и за вами есть грешок, и все, и вы уже готовы договориться. Именно такие им нужны товарищи. То есть людей, которые не пили, которые говорят внятно и ясно: слушай, инспектор, что ты мне лечишь? Я вообще вчера ничего не пил, прибор себе, знаешь, куда ты даст? Составляй постановление, давай, пиши, составляй протокол. Такие товарищи им не нужны. Они начинают мяться и рассказывать: так, ладно, все, езжай, все, считай
знаешь, что, короче, мы тебя простили, отдают права и делают вид, что они вам еще сделали добро. То есть им такие клиенты не нужны. Им нужны те, кто боятся, им нужны те, кто прибегут, принесут деньги, скинут на карту. Как это происходит, вы видели. Поэтому, ребята, не надо бояться, не надо переживать, что любого из вас могут вот так вот развести. Элементарно достаточно знать простые истины, как это действует, как это происходит. Опять же, когда вас продувают, не стесняйтесь привлекать к этому моменту своих пассажиров, которые у вас сидят. Пусть выходят, пусть присутствуют. Ничего страшного в этом нету. Все должно быть вежливо, корректно. Если можно, еще раз напоминаю, фиксировать все на камеру, без всякого хамства, без посылания и без грубостей. Спокойно выходите, вы после этого, как вы это делаете, вы перестаете быть жертвами для этих полицейских. Вы им не интересны. Им надо терпилы. Буквально сегодня я ехал домой, остановили, опять же, мужичка на «Жигулях», то есть клиент их. Мужичок на «Жигулях», на каких-нибудь, на стареньких. Пока я разворачивался узнать, что происходит, подошел к этому мужичку, говорю, расскажите, почему вас остановили. Остановили его как раз старые областники, которые непонятно, что делают в городе. Он говорит, ну что, остановили, говорят, машина твоя в ориентировке, показывай документы. Спрашивают, какой ты там, какой ты первый владелец, второй, что там, номера двигателя, давай посмотрим. Начали нести всякую пургу. Говорит, а ты, по-моему, пил. Да, ну пойдем к нам в машину. Посадили его в машину, мужик говорит, да я не пью вообще, я сердечник, мне нельзя. Они его покрутили и отпустили. Все, он сидит и говорит, я вообще не понимаю, я не пью, говорит, что они ко мне пристали. То есть вот такие клиенты им нужны, те, которые, а самого аж трусит этого мужика, понимаете, а его аж вот так вот. Им и нужны такие клиенты, которые растерялись и все. Как правило, молодое поколение, которое смотрит YouTube, которое смотрит подобные ролики, они примерно представляют, какие бывают степени развода на алкоголь и уже не боятся полицию. Старое поколение, оно, как правило, еще старыми гаишниками помнят, как это все происходило, и они более пугливы в этом плане и пытаются договориться. Именно таких клиентов и ждет наша полиция. Не рассчитывайте на то, что после этого видео ситуация изменится, эти полицейские будут, возможно, чуть осторожнее и, возможно, чуть хитрее, но ничего не изменится. Поэтому будьте во всеоружии, ничего не будет. Что касается конкретно этих полицейских, многие из вас спрашивают, что какая их дальнейшая судьба, посадят их, не посадят. Ребята, не надо питать иллюзии, это не первые полицейские, которых мы словили, много видео было подобных на канале, никто никого не посадит, в лучшем случае инспекторов уволят. Уволят, потому что просто физически нельзя будет их держать на службе, слишком большой резонанс, слишком много людей знают их в лицо, дискредитировали они себя, независимо от того, как это будет трактовать прокуратура, внутренняя безопасность, либо полиция. Сразу всем нормальным людям видно, кто они, что они и чем они занимаются. С точки зрения закона есть очень много «но». Но это не нашли у них деньги, видео, опять же, писалось не спецсредствами, которые могут быть доказательством в суде, и еще очень много «но», и вообще все вы сделали не так, и куча адвокатов мне написала, что вообще вы должны были пойти в СБУ и попросить специальные средства для того, чтобы вести слежку, ну, всякий бред. Мы, опять же напоминаю, мы не являемся никакими органами, которые выявляют подобных кадров. Мы обычные люди, я в частности, обычный человек такой же, как и вы, и имею те же права, что и вы имеете. Поэтому выявляем по мере сил, так как мы умеем, так как мы можем. Естественно, я не питаю иллюзий по поводу их какого-то серьезного наказания. Мне будет достаточно того, что я лично поспособствовал, что эти два кадра больше не будут работать, потому что работать они больше на линии не смогут. Их будет знать каждая собака в лицо и просто плевать им в следующий раз в рожу, когда они будут пытаться кого-то разводить. Очень много осталось подобных людей на линиях, которые выходят ежедневно. Я вам советую действовать точно так же, маскировать свои мобильные телефоны, пытаться все это дело зафиксировать, снять на диктофон, на видеокамеру, на съемку, присылать мне, присылать в любые издания, которые заинтересуются этим видео, и выявлять подобных кадров. Потому что кроме нас никто за нас это не сделает. Никто не сделает. СБУ работать не хочет. Это слишком мелко для них. Внутренняя безопасность не хочет, потому что они все сидят на откатах от этих же полицейских. Прокуратура, естественно, тоже в теме. Я не верю, что они не знали, что у них под носом здесь происходит в области, что ежедневно там разводят куча людей. Ну, будем действовать так, как мы можем. Естественно, это многим не нравится. Ну, ребята, если вы хотите что-то менять, меняйте это, не ждите, пока я приеду в вашу область и начну что-то делать. Вы в силах сами это сделать, много для этого не надо, ни ума, ни способностей. Все конкретно видно на видео, как это нужно делать, как это происходит. Поэтому хотя бы такими способами выявляйте, публикуйте видео, присылайте, я буду публиковать, распространяйте. Только такими способами мы можем как-то защищаться.
Также хотел отдельно поблагодарить ребят, которые поспособствовали, накидали такое количество денег, что, ребята, спасибо большое, этого даже было слишком, вся эта операция окупилась с лихвой, поэтому спасибо вам большое за оценку нашей работы, очень много в комментариях к переводу денег люди писали добрых, теплых слов, поэтому от души, ребята, вам большое спасибо. Что касается ролика, кусочка, который вы восстановили, тоже ребята восстановили, немножко не тот этот кусок, то есть, который пропал с камеры, тот, который пропал, он в принципе, похоже, не записался, тоже дали мне очень много советов по поводу того, как его восстановить, но я думаю, в этом уже нет никакого смысла, вы, в принципе, всю картинку и мозаику в голове себе сложили, как это происходило, поэтому... Я думаю, что в новых разоблачениях мы просто вооружимся другими камерами с нескольких ракурсов, постараемся сохранить максимально все видео, чтобы вы во всех подробностях и со всех ракурсов могли насладиться работой наших полицейских. Еще раз хочу подчеркнуть, что ни в коем случае я не пропагандирую ездить пьяным за рулем. Ни в коем случае не рекомендую вам пользоваться моими советами для того, чтобы избежать наказания, если вы управляете автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, все эти советы не помогут. Если инспектор нормальный, честный, а такие тоже в полиции встречаются, пусть и редко, на вас все равно будут составлены правомерно административные материалы, и вы все равно понесете ответственность. Напоминаю, что за управление автомобилем впервые в состоянии алкогольного опьянения штраф составляет 10 с небольшим тысяч, плюс лишение на год на усмотрение судьи. Поэтому ни о каких, конечно, 47 тысячах, которые пел инспектор, речь не идет. И те статьи, которые он называл в видео, не имеют ничего общего с тем, что есть на самом деле. Но вы должны все равно понимать, что ответственность, она все-таки есть, и она довольно-таки суровая. Поэтому никогда не садитесь за руль пьяными, управляйте только в трезвом состоянии, следите за дорожной обстановкой. Но помните, что даже если вы действуете по закону, это не говорит о том, что полиция, которая нас бережет и окружает, будет действовать по закону также. Всем удачи, ребята, подписывайтесь на канал, обязательно буду держать вас в курсе по поводу этих оборотней. Все новости буду рассказывать по мере поступления событий. Не надейтесь на скорое развитие, это будет длиться определенное количество времени, поэтому еще раз подписывайтесь, следите и до новых встреч. Всем пока!